небольшой чаши соединим 180 грамм муки, 1,5 чайной ложки разрыхлителя, щепотку соли и 0,5 чайной ложки корицы. Все это хорошо перемешиваем. Чем лучше перемешаем, тем равномернее и однороднее будет тесто. Возьмем 175 грамм сахара и отсыпем несколько чайных ложечек в отдельную емкость, в которую также добавим 0,5 чайной ложки корицы. В дальнейшем этим сахаром мы будем посыпать пирог, а пока отставим его. Кладем в емкость побольше 85 грамм размягченного сливочного масла и оставшийся у нас сахар. Затем хорошо взбиваем миксером, добавляем яйцо и продолжаем взбивать. Добавим 120 грамм молока и еще немного перемешаем. Высыпаем содержимое малой емкости и аккуратно перемешиваем, чтобы просто смешать ингредиенты. Возьмем 2 средних яблока и очистим их от кожуры. Порежем на четвертинки и извлечем сердцевину, после чего нарежем не слишком тонкими слайсами. Возьмем небольшую круглую форму, около 20 сантиметров в диаметре, и застелим ее пергаментом. Выкладываем тесто в форму и сверху разложим яблочные слайсы. И в завершение присыпаем сахаром с корицей. Выпекаем при температуре 170 градусов около 50 минут. Рекомендую делать сразу 2 порции. Пирог разлетается вмиг. После выпекания даем пирогу остыть в форме и только потом извлекаем его. Вот и все. Очень простой, но очень вкусный пирог готов. Всем здоровья и хорошего настроения!